Всем привет! В эфире программа Fashion is our profession. И сегодня мы находимся на юбилейном показе ателье Людмилы Петровой. И сегодня Людмиле исполняется ровно 22 года ее творческой деятельности. Людмила, какие ваши ощущения? Очень интересное получилось совпадение. Казино 22 Hub, 22 года моей работы и 22 шубы мы сегодня показываем. Интересно. На мне замечательный такой вот жилет от ателье Людмилы Петровой. И именно ваше ателье, я знаю, специализируется на изделиях из меха и кожи. Расскажите свою историю. 22 года – это все-таки большой период вашей творческой деятельности. Это не так много, если взять всю жизнь человека. Я сначала побыла немножко учительницей 22 года, а теперь 22 года работаю дизайнером. Это мое хобби, которое стало профессией. Людмила, я прочитала, что вы кандидат филологических наук. Как все-таки вы решили стать дизайнером и в каких странах вы работаете? Я всегда мечтала быть учительницей со школьной скамьи. Я свою мечту осуществила, отработала в ИНЯЗе, тогда это назывался ИНЯЗ, 22 года. А потом решила, что я буду заниматься другими делами. И вот я стала дизайнером. Научилась. А скажите, ваше ателье находится в Беларуси или России? Ателье находится в Беларуси, но клиентов у меня очень много в России. Вообще, честно говоря, клиенты по всему миру разбросаны, потому что мы работаем уже 22 года. Людмила, а в чем заключается ваш метод? А я считаю, что фишка моя в том, что мы работаем на расстоянии. Нам не обязательно встречаться с заказчицами. Главное, чтобы они сняли хорошо, профессионально мерки. Мы посылаем указания, как это сделать, и тогда мы выполним любые ваши самые смелые пожелания. Любые фантазии будут воплощены. А скажите, пожалуйста, почему у вас пума на плакате? Что это значит? Ну, это детские шалости. Меня в школе называли пума, поэтому пума – мой знак. Наш основной знак. Вот наш знак. От моего имени. Так получилось. Людмила, мы находимся в преддверии зимы. Скоро наступает осень, хотя сейчас лето. Но, как говорят, готовь сани с лета. А какие модные тренды? Самый модный тренд для женщины – это быть красивой. Второй тренд – это чтобы тебе было уютно, тепло. И ты всегда чувствовала себя королевой. Приходите к нам, будем шить меха. Людмила, у вас прекрасное ателье, у вас замечательные коллекции шуб, различных изделий из кожи. О чем вы еще мечтаете? Я мечтаю написать книгу о своих заказчицах, о каждой из них, потому что каждая из них – это моя уже подруга. Мне очень интересно, как они живут, как у них все получается. Вот это моя большая мечта. Я думаю, я и ее осуществлю. А вот скажите, как вы своим заказчикам подбираете стиль? В зависимости от того, худышка, пышка, вы им выбираете мех или смотрите, ты похожа на лисичку, или ты похожа на, я не знаю, на кролика, например?
Чаще всего заказчицы уже имеют какое-то представление о том, что они хотят получить. Мое задание только направить их туда, куда бы, ну, как я вижу это все. Ну, мы совпадаем. Совместное творчество – вот главное в нашей работе. Спасибо, Людмила. И мой заключительный вопрос. В чем же заключается секрет успеха, по вашему мнению? Я считаю, что мой секрет в смелости. Дело у меня великолепное. Я не буду даже скромничать. Людмила, спасибо вам большое. Успехов вам в вашем творчестве. Я желаю вам покорить весь земной шар, чтобы все ходили в ваших шубках. И фэшн, и сау, про фэшн. I'm on sunset, yeah. You're doing donuts right up my street. Yo, what's the hold up? Pull up on me. На Луна, здравствуйте. Вы специально прилетели, я знаю, что из Италии, на показ ателье Людмилы Петровой. Как вам понравился наш показ и шубы? Удивительный показ. У меня уже есть прекрасная вещь, которую я приобрела. Я очень люблю мех, потом в этой холодной стране, и мы в этом году много предполагаем путешествия по России, по Беларуси, поэтому красиво, необходимо, и мне нравится. Хачик, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем клубе, и как вот так вот совпало, что сегодня 22 года Людмиле Петровой, и ваш клуб также называется 22. Почему именно 22? 22 Game – это наша флагманская игра, в которой мы уже 2 года играем, популяризируем ее по всему СНГ. С Людмилой мы вот познакомились недавно. Она рассказала о своем бренде, о своем товаре, о своей деятельности, что ей исполняется 22 года. Мы вот договорились, пригласили ее презентовать одну из лучших коллекций, чтобы показать, познакомиться. Она здесь трудится, работает. Нам хочется со всеми сотрудничать, общаться, поэтому очень рады ее здесь увидеть. Me for times. If you're willing, baby, then come on and tell me what you want. 'Cause baby, we can get it for ya. Let me be your shelter. С вами была Ксения Голд, и запомните это счастливое число 22. Ровно у нас сегодня было 22 модели, 22 года исполнилось творческой деятельности Людмилы Петровой, и мы находимся в казино 22 Hub, за что хотим сказать казино огромное спасибо. С вами была Ксения Голд, Fashion и Sao Profession. Хотите видеть рядом с собой мягкую женщину? Покупайте ей меха. А наша программа подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Дорогие друзья, приглашаю вас поучаствовать в наших новых модных проектах. Топ-100 самых красивых детей Беларуси и топ-100 самых красивых женщин Беларуси в рамках программы Fashion и Sao Profession и сети конкурсов красоты «Золотая корона Беларуси». Вы станете обладателем титула, вы получите корону, сертификат, ленту, а также мы поможем вам в продвижении в разных международных проектах. Информация о вас будет размещена в специальном электронном журнале «Золотая корона Беларуси». Стань звездой вместе с нами! I wanna be there.